В нынешнем году за 9 месяцев номинальная среднемесячная зарплата составила по району 1080 рублей, что на 15% выше уровня прошлого года. В целом по району соотношение выручки от реализации продукции на одного работающего к номинальной начисленной заработной плате сложилось на уровне 1,128. Это один из самых высоких показателей среди районов области. В то же время во всех сельхозорганизациях, в транспортных, темп роста зарплаты опережает рост производительности труда.